Хей, йога, с вами Шимги, мы продолжаем проходить игру, потому что я пип-психа. А как вы видите, у нас здесь немножко намечается вечеринка. Я оставлю эту парочку наедине, хотя я заплатил бы несколько кредитов, чтобы узнать, о чем они говорят. Я палки собираю. Мэппи не здесь. Когда я пошла ее искать, ее не было. Она знает, как отсюда уйти лучше, чем кто-либо. Что о том блондине Спейдере? Он исчез, как ему удалось уйти отсюда. Он работает на девятом этаже Пастернак. Он может делать, что хочет. Я должен найти идеальный момент, чтобы слиться отсюда. Будь осторожна, но посмотри, может ли ты мне помочь. Подарки, когда они смотрят на них, то, возможно, это отличный момент. Эй, Хьюго, погоди секунду, Пастернак, я поговорю с коллегой и вернусь. Как у тебя дела? О, очень хорошо, твои коллеги очень забавные. И похоже, что я получила свой пунш. Кстати, он очень хорош. Я уже выпил 2 стакана. Эй, Брайан, я хотел снова извиниться за то, что не поддержала тебя ранее. Я знаю, что в первый рабочий опыт может быть не такой хороший, как ты, как мы могли подумать. И ты правда будешь лучшим... Так... будет лучше уволиться и пойти в другую компанию, но я не могу даже подумать о том, что сдаться на первом... Так, предприятии. Все в порядке, я прекрасно это понимаю. Нет, Брайан, да, это происходит. Ты мне помог, хотя только меня встретил. Это не является нормой в большом городе. В наши дни это так очень легко, так очень сложно найти того, кто думает не только о себе. Ты также помогла мне. Неправда, я только доставила тебе неприятности. Я тебе говорю, я серьезен. Без твоих способностей скрываться я бы не так не протянул долго. И правда в том, что когда я тебе помог, то также решал проблемы со своей работой. Правда? Кстати, ты никогда не говорил мне, кем ты работаешь в компании, могу ли я узнать чем-нибудь помочь? Ну и я мало что делаю, обычная работа в офисе, самой знаешь. И я тебе не могу ни с чем помочь, но есть одна вещь, которую мне надо сделать. А, забудь это, глупо. Нет, скажи, скажи. Помнишь того безумца на лошади? Да, конечно. Он типа консультанта по мотивации. На прошлом собрании он приказал мне подружиться с кем-нибудь. О, это мило. В первые дни не... Так. В первые дни на работе очень важно открываться коллегам. Точно. И в чем проблема? Ты еще не нашел себе друга? Я хотел спросить, может ты захочешь... Что, стать твоей подругой? Да-да, ну это тебе ни к чему не обязывает. Ой, не глупи. Конечно, я твоя подруга. Спасибо, я выпью еще немного этого пунша, освежусь. Ясно. Окей. Ну то сразу можно на превьюшку поставить. Только не пей все разом. Тебе. Так, поплохие это от большого количества алкоголя. А что ты имеешь в виду? С каких пор в пунше есть алкоголь? Брайан, если ты не против, то я по. Пойду глотну свежего воздуха и проветрюсь. Я пойду с тобой. Я видел крышу на карте здания. Я уверен, что там есть свежий воздух. Отлично, я слышала, что оттуда открывается великий отличный вид. Эй, Пастернак, мне надо с тобой поговорить. Подожди, Кейт, я мигом вернусь. Хорошо. Эй, Хьюго, извини, но мне надо идти. Я вижу, что тебе нравится пунш, Пастернак. Итак. Эй, я хотел поговорить с тобой. Я хотел извиниться, я был кретином. Я имею в виду ведьму. Я пытался спрятать все от тебя, что ты не попал в эту заварушку в первый день работы. Но я думал, что ошибкой было то, что я не предупредил тебя раньше. Не только из-за этого. Я также хотел извиниться за то, что как повел себя тогда в офисе. Я был очень расстроен, когда увидел, что ты стал сотрудником месяца. Иногда я слишком увлечен духом соревнований, но я правда хочу, чтобы у тебя было все отлично.
Зачем ты желаешь мне всего наилучшего? Просто так. Все-таки мы коллеги. Хватит заливать, Хьюго. Я знаю, чем ты занимаешься. А что ты имеешь в виду? Ква-ква. Я не понимаю тебя, Пастернак. Ой, да ладно, хватит притворяться. И с тех пор, как я сюда пришел, ты только и пытаешься убить меня в том дурацком костюме. Кстати, о нем. Тот звук, который ты издаешь, звучит как... скорее как утка, а не лягушка. Все знают, что это ты, и не только это. Люди тебя ненавидят. Они все здесь, потому что они тебя боятся, ничего больше. Может, было бы лучше, чтобы ты перестал пить? Ты так не считаешь? Не говори мне, что делать, у тебя даже... Так, понятия нет о том, кто я. Ты понимаешь? Время подарков, давай сдвинем столы. Галстук, но как его использовать? Они отвлечены. Кейт, пошли. Конечно, пошли. Парни, спасибо вам за все, правда. Вы организовали экстракционную вечеринку, и я вам за это благодарен. Но в глубине души я чувствую, что я звезда этой вечеринки. Что не я звезда этой вечеринки. Он ничего нам не сказал, потому что он очень застенчив и замкнут. Но здесь есть кое-кто, кому поручено особое задание. И это не что иное, как убийство ведьмы. И это человек, это коллега, это друг. Брайан Пастернак. Не стесняйся, чувак, подойди ближе. Нет, я не... Ты все отлично держал в секрете, не так ли? Почему бы тебе не устроить нам демонстрацию? Что скажешь, парни? Демонстрацию чего? Ну как, ты убьешь ведьму? Давай, кто сможет стать волонтером? Я. Не ты, Мэлоун. Кейт, ты не хочешь сыграть роль ведьмы? Я не знаю, смогу ли я. Тебе ничего не надо делать, просто сядь здесь. Да, но... Мы никого не заставляем, если ты не хочешь участвовать в мероприятии со своими коллегами. Для создания здоровой атмосферы на работе, то ничего страшного. Отлично, теперь остался ты, Пастернак. Я не хочу этого делать. Ты стыдишься себя? Давай, дружище, это мой день рождения, я жду с нетерпением. Если вы иноземцы настолько стеснительны, ха-ха. Как ты убьешь ведьму, Пастернак? Колом или серебряными пулями? Нет-нет, мне нужен особый нож. А, давайте возьмем нож, чтобы сделать все более реалистичным. Так, пластиковый... Так, ножичек не настоящий кинжал. Вы получили один пластиковый нож. У меня плохое чувство. Так, успокойся, это просто шутка. Ну, постоянно, как ты это сделаешь? Воткнешь ее просто в сердце? Нет, надо отрезать ее голову. Я нашла тебя, охотник. Парни, что происходит? Чемпион, ты в порядке? Мой костюм! Посмотри на мой костюм, отец, это я, Тони! Ё-моё. Пирог очень хорош. Ты так не считаешь, Ирина? Доши, все в порядке? Иней. Иней? Меня зовут Иней Доши. Мои уши переп... Так. Мои ушные перепонки разорвали, бро. Что-то происходит. Я думаю, что ведьма здесь, и мы должны найти выход отсюда. Ты не пробовала лифт? Манать. Я появилась перед тобой, Яджена, люби меня.
Соса? Не бойся, Марта, не бойся. Он охотник. Мы сейчас в безопасности. Нет, Соса, я не хочу убивать эту штуку. Мы должны бежать отсюда. Соса, ты слышишь меня? Он убьет ее, он убьет ее, он убьет ее. Использовать. Он пластиковый, но достаточно хорошо режет. Ой, стой, если я сдохну, это хер знает где появлюсь. О, Брайан. Что не так с этим лифтом? Открывайся, живи, открывайся. Не работает, не работает. Она контролирует все. Найс. Стоять, если я отсюда начинаю. Гоя тогда приостан... Подождите. Офис Брайана. Сейчас, подождите. Так, подожди, а на каком я хотя бы моменте? Походу я на моменте, когда я еще кассету даже не получил. Ясно. А, целый час? Тогда столовая, ладно. Я хотел с чертом тем поговорить. Так, подожди, лифт же не работает, да? Что мне делать? Может... Я ему только что сказал, что лифт не работает, типа того. Вау, тихо. Чувак, я попробую взломать лифт, и ну, не понадобится твоя помощь. Здесь почти нет света, а у меня будут заняты руки. Мне надо, чтобы ты посветил фонариком, и я могу увидеть, что делаю. Не будет ли лучше использовать светящуюся палочку? Нет, все... Так, правда, разного цвета, мне нужен обычный цвет. Возьми батарейки. Посмотри на индикатор лифта, когда она будет включена, но... А то он заработает. Давай, давай. Нужно ее сюда догонять. Везде. Посмотреть. Медальон с колокольчиками. Он принадлежит Рей Синтре. Так, это слышите слишком долго.
типа ждать, пока все это пропадет. Под стол я залазить не могу. Не могу. Это сложно, слышите? Это жопа как сложно. Тихо, бежим. Давай, давай, давай. Давай, 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 работай. Как же сложно. Да, здесь я все трачу. Как мне ее сюда притащить? Чтоб она там не лазила. Так, ну эти двое, они за мной бегают. О. Хорошо. Выпить. Все, он типа успевает. Давай, 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 давай. Немного ведь осталось. Это чего? Ладненько. Да, ёлки-палки. Мне нужно их как-то сюда... Сюда как-то притащить. Давай, давай, сюда, сюда. Все, 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 кокон до меня не долезет. Я не могу открыть двери шире, чувак. Я думаю, что мы сможем протиснуться. Давай вперед. Иди, дружище. Если я отпущу панель, то дверь снова закроется. Но как же все остальные? Мы все должны уйти. Возьми это. Вы получили ключ Доши. Если я выберусь отсюда, дождись уже все уже этого. Уничтожь что? Нет времени, моя голова. Офу, я думал, меня тронут. Давай. Ох, ты ж ё-моё. Ох, ты ж ё-моё.
Ну куда ты лезешь? Тебе что, на стол нужно лезть, а? Ой, боже мой. Хватай мою руку. Держи эту веревку и закрой глаза. Окей. Что это было за звук? Эй, могу я открыть глаза? У меня кончаются силы. Спокойно, Брайан, ты можешь это сделать. Все, что тебе надо, это... Что за существо карабкается сюда? Я должен выбираться отсюда как можно быстрее. Закрыто, мне нужно инвентарь. Отвертка использовать. Все, отлично. Или оно сюда за нами тоже полезет? Кажется, нет. За мной, мистер Пастернак, твоя оценка вот-вот начнется. Что? Побыстрее, пожалуйста, она гонится за нами. Ух ты ж, ё-моё. Стой, ты имеешь слишком... Ты слишком быстр. Я понял. Так, тупик. Да, он слишком быстр. Я не знаю, действительно за мной там гонится эта херня, но... Кажись, да. Два стакана воды. А вам плевать. А, там ведьма... Спокойно, мистер Пастернак, здесь вы в безопасности. Этот офис не принадлежит компании, мы находимся в другом здании. Извините за мои манеры, я не представился, меня зовут Маршал. Приятно лично с вами встретиться. Меня зовут Пас, мы знаем ваше имя, мистер Пастернак. Мы следовали за вами с тех пор, как вы появились здесь. Утром. Возможно, вы не... Так. Вы не вспомните, но это я дал вам первую ведьмину бумагу в лифте после того, как вы подписали контракт. Но кто вы такие? Что это за место? Позвольте мне представиться, своих спутников. Мы все часть СССР. СССР. А Соединенный Синтрокорпский Синдикат Революционеров. Вы профсоюз? Верно, мы совет рабочих, и мы здесь для того, чтобы защитить ваше право от угнетения. Так, олигархов в этой бессущественной мегакорпорации. Спасибо. Мы отлично знаем, через какой ад вам пришлось пройти, а многие подобные вам люди сталкиваются с этим на ежедневной основе, мистер Пастернак. Поэтому мы хотим, чтобы вы разделили свои желания, так, тяжелую ношу с нами, и с помощью таких встреч мы можем собирать нужную силу для текущих заданий. Наконец-то кто-то хочет мне помочь. Если вы захотите, то после этой презентации мы перейдем к оценке эффективности вашего первого дня в компании. Ладно, если вы не против, я останусь здесь. У меня небольшое расстройство желудка. Так, назовите цифру, мистер Пастернак, от 1 до 5. Как вы бы оценили доступную мер по охране труда и техники? Безопасность компании... На 4? Ага. От 1 до 5. Что вы думаете о состоянии бытовых приборов в столовой компании? Подожди, в столовой? Что вы думаете о...
состояние бытовых приборов в столовой компании. 5. Интересно. Следующий вопрос важен. Как бы вы оценили уровень чистоты и гигиены в туалете и или в ванных комнатах вашего, так, офисного здания? Что все это значит? Как вы собираетесь мне помогать? Черт подери! Примите мои искренние извинения, мистер Пастернак. Нам известно, что в этом опросе срочно требуются изменения. Но как, кого волнует этот опрос в компании «Бардак», а люди, работающие тут, умирают? Неужели вы ничего не можете сделать, чтобы покончить с ведьмой? Мы надеемся стать более полезными завтра, после назначения нового генерала. Менеджера. Генеральный менеджер? Генерального менеджера? Вы имеете в виду начальника? Верно, без начальника мы не можем никого противостоять и ни с кем вести переговоры. Но если все пойдет по плану, то с Усинтракор по сегодня ночью вновь появится исполнительный директор. Но кто им станет? Ваш коллега, мистер Хьюго. Что? Как это возможно? Чье это решение? Решение принимает автоматизированная система описания в уставах компании. В соответствии с этим уставами исполнительный директор будет заменен в случае необоснованного отсутствия в течение 12 месяцев. Его применение станет следующей по старшинству рабочей. Система перемещения от отсутствия работника в отсутствующих работниках свыше 10 лет. Но сегодня она достигла следующего по списку, который является никто иной, как мистер Хьюго. О боже милостерный, этого не надо избежать любой ценой. Неужели вы ничего не можете сделать? Извиняюсь. И вы говорите мне, что нет никого важнее Хьюго. А что насчет того блондина с 9 этажа? Разве у него не должно быть более высокий ранг? А немногие выжившие были на вечеринке в честь дня рождения Хьюго. И мистер Спейдер не сотрудник, он наемный работник. Пожалуйста, пожалуй, должен быть кто-то другой. Сказать по правде, есть исключение из правил, но сегодня он посуществимо. Так, эти уставы были созданы в ранние годы работы компании, и в те указанные события право наследия семьи Синтра. А то есть, если бы появился член вышеупомянутой семьи, то они могли незамедленно потребовать должность. Но невозможно, потому что они все мертвы. Рей Синтра? Кто? Я должен уйти отсюда, мне надо вернуться в свой офис. Но, мистер Пастернак, рабочая система окончена. Мне надо идти, мне надо вернуться. Окей. Походу, это все еще не конец. Я думал, уже конец. Моя голова раскалывается. Я в офисе, правда? Я полагаю, что все это было кошмаром. Я поработаю немного и... Пастернак. Еще одно из шуток Хьюго. Он даже оставил мне пластиковый нож. Бурая. Нет, нет, нет. В чем дело, Брайан? Синтра, помоги мне. Почему ты не используешь нож? А кинжал. Вау. Ух ты ж, ё-моё. Моя голова, я снова в офисе? Так, го, мы с вами прячемся, ребят. И на этом заканчиваем. Хотя можно сохраниться. А, стоит? Да, стоит. Там его... Там на принтере кровь появилась. Ладно, давайте, короче, на этом закончим. В следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и, скорее всего, я к следующей заставке использую ту, где он в маске. Поэтому всем пока.